Привет, дорогой подписчик. У меня для тебя хорошая новость. Разработчики дарят реальные деньги за загрузку своих приложений. Если хочешь попробовать, то ссылочка будет в описании. Ну что, ребят, всем привет. Сегодня мы поговорим... Вика, фриз, чё? Так это не форматка. Надо... Короче, ребят... Ну, зашибись, у нас хэрэ выйдет. В общем-то, сегодня мы поиграем типа на хэрэ. Типа ты не будешь говорить, да, что надо им выйти, там, нет? Ну, типа нет, можно и так играть нормально. А, ну погнали. Вот, я еще и в тигре по скиллу. В общем-то, у Насти... А, кстати, у нас сегодня Жека и Настя, поздоровайтесь. Привет. Всем здоровья. Привет. Вот, и, короче, у Насти не было... какого там... Блин, так ты, Настя, могла без краски-то зайти, у тебя листник есть? Угу. У меня нету харька. Голд! Голд! Это опять за ЛП в ЛП 54 Криса, где он? Отлично! Какого? Я нашла, он с левой стороны от нашей базы. У них там на фулах, я слышишь? Я тоже на фуле, кстати, но я без... Давай, иди Берикс на Сиво. Настя, давай аккуратнее. Иди, заезжай. Нет, не заезжай. Короче, смотри, ты стой внизу, я попробую его... Блин, тебя сейчас прошлю. Я Настя, короче, оставляю, я их сверху буду тырить. Да, попробую его... Короче, давай, Настя, бери. Там фризак! Там фризак, Жека, давай. Я не возьму. Ну ты ж школе, а почему ты ему не дал? Я его реально... Он я Настю начал спасать, там викинга фриз приехал. Вот ты ж школе, а да? Вот, и в общем-то, сегодня... Блин. Кто Настю-то вынес, я так и не понял. Её никто не... А кто тебя вынес, кстати? Я ж фриза-то сам вынес. В смысле? Я реально... Я сразу сказал, буду прикрывать от прыгающего спайдермена сверху. Я ему дал. А, меня, кстати, еще ваншотнули. Блин. Короче, ясно. Три нуба на голосе просрали голд. Да, Настя, все. Как... А, нет, это Вика Фриз все. Это он там респанулся, школьник. Нет, ладно. Это не он. Короче, я сегодня... А, кстати, ребят, насчет пенок, они должны были выйти сегодня, но они выйдут примерно завтра-послезавтра, потому что мы записали с Тёмой, было все намного эпично. Да иди ты уже ж. Не поеду я туда. Вот ты колхозник, а, давай. Да ты чё, Смотри, смотри. Оп, оп, блин. Козел Сан. Я тебя не пущу сегодня. Не сегодня, 10 числа. Как так-то? Вот, и короче. О чем я вообще начал говорить? Что я колхозник. А, так. А, насчет пенок. И, в общем-то, там немного, ребят, проблемы со звуком. И я сейчас в одной программке этот звук весь корректирую, так что немножко, пожалуйста, потратите, ну, потому что реально было очень эпично. Если чего, обещал, блядь, это ты сейчас кому? Это ты сейчас в летсплее, блядь, говоришь или нам? Ты чего говоришь? Школьник. Просто школьник. Ладно, я запомнил, в общем-то, это место и просто опущу звук. Вот. Ну, у нас сегодня вообще какой-то бешеный летсплей, потому что я весь день на нервах, надо еще одного бухающего пацана спасать. Вот. И еще, ребят, 10 числа, то есть я где-то... Слушай, а может даже где-то 8 пойду? В Нижний Новгород. Ребят, там, насколько вы знаете, этот автопробег танков и... Ёпта! Там этот автопробег танков и, в принципе, заодно мы, ребятки, сделаем сходку нашу с Жекой. Так что, если вы в Нижнем Новгороде живете... Может быть, не только с Жекой, слышите, что там? Ну, Жека и Бериком. Ну, то есть, именно, типа, наша сходка. Там будет еще безумная Настя. Тоник. Обещал так Т-30 приехать. Суник. Кто? Ну, Саня. Короче, смотрите, нас, я извиняюсь за выражение, и пут со счетом 3-0. Это завуалированный мат, слющий. Так, блин, я не знаю, я весь трясусь, я весь на нервах. У меня, ребят, сегодня такой напряженный день, вы бы знали. Просто. Иди это. Вот. Я думаю, ребята, что 90% того, то, что я смогу запилить этот... Как там его? Влог, вот. Потому что мне... Слышь, что Настюха там тащит? И... Какой влог? Я знаю. А чё? Затащила, слушай. Да, конечно, минус против троих. Минус против троих. Да меня в фокусе. А, не, нифига. Да всё, не ссы, я сейчас увезу. Да ты конченый, да ты конченый. Вот как с ним сходку делать, а? Он заблокирует тебя, там трамвай собьёт. Да пофиг, если мы продуем, просто какой-то... Не пофиг! Слышь, чё, нубик? Ёптить, я...
А сиди справа перехватывай. Все, короче, давай не ржать, а тупо на голосе все сконфигурировались. Так, я лицо очистил от всяких там фауна плохих... Имитаторов? Чичунов. От чего? От фауна что? Чичунов. Просто против Чечения играет. Так я против. От фаунов он очистил. Короче, ладно, все, слышите? Раз, два, три. Ну что, ребят, всем привет. Слышите, нереально, все, давайте сконфигурировались, короче. Короче, я буду на... без времени, нормально. Не сците, я на ДДхе буду. Я не буду на ДДхе. Нам хана, короче. Почему на вас, Биберик? Потому что у меня 15% от всех. Оп, как я его жестко. Ой-ой-ой-ой, не жестко. Вот это да! Мне, короче, только что сбили с офигенной вертухи. Ты нуб, он даже не на одну рельсу. Ты нуб, ты его в минус. Вы все нубы, на тап нажмите. Ну да, ты нуб, у тебя ОПХ самая-самая. Самая норм. Короче, все, давайте. Они, понимаешь, нафиг я с дропом-то вообще создал, они меня просто... Оу, е, оу, е. Знаешь, что почему? Потому что ты Берик. Да, вот это правильно. Вот этим я соглашусь, пожалуйста. Хотя, вот это сейчас был очень... Этот роллинг был сейчас очень не очень уместен. Просто вот... Потому что он был против тебя. А-за-за. Короче, откуда это Чечение опять здесь? Он все время у меня в летсплее. Да, кстати, и у меня, и у тебя вообще такой дерзкий 95-й. Дерзкий сущий. Короче, давайте, все, 8-0. 8-0! Может, Хать тоже поддаваться? Просто у нас у кого-то тут реально М1. У нее реально М1? У меня реально М2. Ты даже колхозник, ты не знаешь, как реально выглядит. Дровосек не доделан. Какого фига? Что? Настя, перекрывай давай, меня тут опять во все щелки моего аргонизма. Оп. Я, короче, сейчас флаг доставлю, походу. Просто Настя всех тачит, мы две рельсы косим. Косим. Зевс на одну. Я не могу. Я сейчас сдохну. Блин, я сегодня наржался тоже, что-то вообще неадекватно. Ну, расскажи, кстати, как этот подписчик звонил Данилу. Да все, успокойся. Ну блин, братан. Шутеечка. Все, короче, давайте, 8-1, я же сказал, коробку в спорт переключить забыл. А, это та самая, которая глючит постоянно. Смотри, какой опасный, смотри какой. Настя, красавица. Бери Дашку, я полу... Кстати, ребят, кто не знает, это та самая Настя, которая сделала офигенный рисунок с Бериком и Евгением Гладковым, типа... Каким? Кто это? Помнишь, это тоже комиксы Берик Best Friends, и там еще это... Да ладно! Это опять за ЛП, ЛП. Какого ха не падают коса? Они еще флаг поставят, и это будет крах-провал. Не, они там его... Я до лета, вы че меня не сливаете? Помогите же оранжевому! Точнее, не помогите, я оранжевый. Зашипись, я нажал до лета, и меня эти синие не стали... А где гол-то, я не понял, Настя, нашла его? Он на базе. У нас, слушай, брат, у меня есть... Слушай, Настя, давай, бери, короче. Сейчас сливаю. Да, тебя слили. Берик, помоги мне этого нуба слить. А я взял. Давай, красавчик, красавчик. Все-все-все, я Чечению эту блокировал, ДДшную. Красава, кстати, красава. Так, ребят, хотя бы два голда было, и это тоже не печаль. Давайте мы все справа перехватим, успеем. Настя едет по правому тылу, она должна сейчас зажигать рельсу, она это делает. И она выносит флаг, отлично она это сделала, ребят. Она просто подумала вынести флаг, и флаг сам по себе вынеси. Это как это макафака? Ты что делаешь? Я верну, давай, когда скажешь, верну. Да возвращай. А, у нас чувак на базе, вы что мне не сказали? Вернуть! Да. Отлично, братан. Блин, ребят, ну получилось. На центр уходит, на центр. Вообще как-то по-бешеному эпично получилось. Просто. Что у меня лаги, капец. Давай, короче, слышь ты. Берик, рельни его. Красавчик, братан, слушай. Эй, братка. Ты куда вообще рельсы зажигал? Это могло быть, это могло быть. Еще третий гол будет, это вообще будет просто... Куда, кстати, мамка орёт? Лась, ты здесь? Я не знаю, это сеструха или мама? Настя.
Что это? А, это да, Ника. Извините, это Ника разговаривает по телефону. Если еще не до этого. Да нам насрать, у нас два голда было. ТТшка! ТТшка! Я не попали. Я с ДДшкой, короче, Берик. Так помогай мне, ДДшный ты, блин. Ты думаешь, я тебе не помогу, что ли? Помог, братан. Я надеялся на твою помощь. Давай, поехала. Иди, я отстрелю респу в щебочку. Так, ребят, ну если мы взяли аж... Нет, ДДшка. Он, я его в минус кинул, слышишь? Ну капец, у меня лаг. Если мы взяли сейчас голд, нам нужно идти на голдолова недели. Как же так? Да по-любому, чё, всяко. Ой, Жека, слушай, давай, когда я к тебе приеду, будем на голдолову недели идти всю неделю. Кто будет идти, я или ты? И ты, и я. А, слушай, так там же, кстати, мне нужно сначала до Москвы филичить, а потом... Слышишь, чё, помогите мне с флагом. Да капец, вы чё не приехали, нубы-крабы? Он сейчас на ДДхе возьмёт аптеку и к вам поедет целый, через центр. Он на одну вообще-то, Настя, давай, пожалуйста. Ну! Нет! Заряди в него... Отлично, Жека. Давай мне флаг. Спасибо. Берик, давай. Чё у меня за лаги, я не понял. Такое ощущение, что у меня рендерится 6 видосов. Ну, чувак, у тебя никогда не рендерилось 6 видосов. Откуда у тебя такое ощущение? У меня вообще-то 4 рендерится. Я паркурю вообще. Я, короче, начал в тылы заезжать. Ну, не в тылы, а с центра нашего реалити ушел в минус. Ничего себе! Чечня крутит. Короче, это, они уже меня, короче, атакуют там в десятером. Да нормально, справа один, смотри, справа смотри, один, смотри, 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 смотри. Дай ему так! Я на одну фикрису. Он на одну релю, ребята, дайте рель на центр. Лес. Бесчанный прострель. В исполнении игрока с ником... Жеками! 5, 6, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 6. Зачем такой ник? Просто по имени меня называл. А? Это если вообще... ты сейчас не уйдешь, ты будешь раком. Это я 2 года назад делала и протупила немножко. Блин, назвала бы, я не знаю, Настя Кинг. Настя Кингс? Кинг. Это тебе не Винкс, Жека. Жек Винкс! Винкс! Только вместе мы сильны! Ай, блин. Короче, все, мы просрали. Не-не-не, сейчас Настя затащит. Настя, Настя если ты не затащишь... Братан... Я валю. Братан! Да. Братан! А кто затащил? Давай, ты ДДшный я вернул. А, ты вернул? Я понял, что у нас тут не может. Вы посмотрите на таб. Чё он, 13 киллов настрелял, 27 раз помер, очков всех меньше. Что это за игрок, я не знаю. Я ЛП пишу, мне можно. Ра-ра. Ой. Краб Рак Сидор. Как он попал? Капец, тебя простреливают, ну. Нужно изучать прострел. Настя, Настя, выручай, спасай, помогай. Спасай, братан. Ёптить, етить, всё, мне хана. Я вообще не попал. Ты его даже не рильнул, рак. Рак, фу-фу-фу. Да это всё, вы видите, всё по табу, кто тут рак, конечно, всё понятно сразу. Да, вон, как видите, Никит Кач, рак. Который у них был на первом месте. Ладно, ребят, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Вы просто поугарали в прямом смысле. В общем-то, всем удачи. Подписывайтесь на Жеку. Вступайте в Настю. Ребята, что думаешь, из спектаторов вышел, теперь можно пошлить, что ли, или что? Я еще не окончательно вышел. Тогда... Я еще думаю. Вот, ладно, ребят, в общем-то, всем спасибо, всем удачи, всем пока. Пока.